Привет, разбудила? Сегодня на работу пораньше. Через 2 часа буду разговаривать с начальством по годовому отчету, моим предложениям. Ну ты же юрист. Посмотри, до 8 утра. Мне нужны комментарии. Чего ты хотела? Я их только 1 час ночи закончила. Давай, жду. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот здесь подпись. Угу. Вот так, спасибо. Ну, всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот так, который вы мне прислали, я все отправил. Да, абсолютно точно. Это вам. Угу. Юлия Валентиновна. Андрей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, есть что-нибудь для нас? Юлия Валентиновна, я прочитал ваше предложение. Доброго. Вы проделали отличную работу, но это не входит в обязанности главного экономиста. Да, это входит в обязанности финансового директора. Вы торопите события или вы ставите меня перед фактом? Разумеется, нет. Но вы же понимаете, что с моим резюме я могла бы получить должность любой другой компании. Просто мне не хотелось этого делать. Вы же знаете, сколько работала ради этой должности. Знаю. Я предложу вашу кандидатуру совету директоров. Извините, это по-личному. Алло, привет. Привет, сестричка. Ты можешь Леночка, говорить? Леночка, вы в отдел продаж? Ты знаешь, нет, мне не совсем удобно. Могу тебе перезвонить? Подожди минутку. Я собираюсь в женскую консультацию. Врач сказал, что с моими симптомами могут уложить в роддом заранее. Кажется, я кое-что не подписал. В роддом? Скажите. А что, уже пора рожать? Нет, срок еще не подошел. Но я очень странно чувствую себя в последнее время. В общем, ты бы не могла поехать со мной. Я знаю, что ты занята, но мне больше некого попросить. Я очень волнуюсь. Мне поехать? Мне просто очень грустно одной. Если ты не сможешь... Да, да, конечно, я могу. Да. Все, хорошо, встречаемся, целую. Спасибо. Что-то случилось? Я на работе уже. Андрей Николаевич, мне, похоже, у вас придется отпроситься на полдня. Извините. Не извиняйтесь, Юлия Валентиновна. Вы 2 года не были в отпуске и, кажется, ни разу за год не были на больничном. Поезжайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за все, Зинаида Степановна. Люблю я у вас выходные проводить, не то что в городе. Да мне-то за что. Это тебе спасибо, мой дорогой. И землю вспахал, и в доме все починил. Мам, ну опять ты с этими банками. Все отлично, все отлично. Андрюшенька, ну может останетесь? Нет, ну, вот это не уговаривайте. Нет, все, едем. Мам, Андрей завтра на смену, и опаздывать нельзя. Нельзя. Ну, как всегда, на смену. Ты бы лучше уговорила его, чтобы он из своего пожарного отряда ушел. Ага. Вся жизнь по свистку. И человек каждый день жизнью рискует. Андрей. Ну, Андрюшка, ну, может, останетесь? Ну, сколько тут ехать? 40 минут и вы в городе. Какие 40 минут? Зинаида Степановна, будни, пробки. Едем, все. Пойдем. Ну, в общем, как всегда, он со службы придет, и в четверг-пятница у меня. Да. Ладно? Обязательно. Ну, все, мои птички. Все, целую. Ой. Что надо сказать? Пока, бабуля. Май, пока, бабуля. Все, береги себя. Пока, мои девочки. Садитесь, садитесь. Ну, давайте. Свет, в общежитие приедете, позвонят. Да, позвонят. Да, хорошо. Ладно. Ой, да форточки позакрывают. Хорошо. Закроем. Все. Какой все? Это кому? Ты, мой дорогой. До субботы. Да какой суббота, четверг-пятница, Андрюш? Аккуратно, пока, мои родные. Давайте. Аккуратненько. До свидания, моя зяйка, до свидания. Ладно, так и быть. Коляска с меня. Рано еще коляску. Знаешь, я тут имя малышке придумала. Вот хочу, чтобы оно было мелодичным и красивым. Как тебе Антонина? Тоня? Тонечка. Звучит ничего. Красиво. Что с тобой? Все нормально?
Давай сюда! Быстрей, быстрей! У них было бы хорошо. Да одно горе. Детей у них не было. Умничка. Терпи, брат. Уже скоро. Андрей! Здравствуйте. Вы Юлия Валентиновна Данилова. Следователь по особо важным делам Ракитский. Простите, но мне необходимо задать вам несколько вопросов. Расскажите, что вы видели. Да, сейчас. Мы с сестрой шли в женскую консультацию. Она скоро должна родить. И тут все это началось. Они подъехали на машине. Я не видела номера, нет, я не видела. Ну, я видела лицо одного из них. Я видела. Очень хорошо, вы не волнуйтесь. Моя сестра. Мы сделали все, что было в наших силах. Но, к сожалению, нам не удалось ее спасти. Я же сейчас только что... Она же... Мне жаль. Но девочку мы спасли. Девочку? Ребенок остался жив. Извините. Все будет хорошо. Так аккуратненько приподнимай. Так, поднимайте. Все, грузим, грузите. Так, все хорошо. Все, лежите.
Все. Держите его! Вот это фотография с места преступления. Кошмар. Как такое могло произойти? Ну, преступники были очень хорошо подготовлены. Они точно знали, что делать. Вот эту машину нашли сожженной под мостом. А вот так эта машина выглядела до сожжения. Вы этот автомобиль видели на месте преступления? Трудно сказать. Ну да, я понимаю вас. Вы заявили, что видели лицо одного из нападавших. Петь, покажи фотографии. Посмотрите внимательно. Может быть, опознаете? Юлия Валентиновна, и не торопитесь. Вы единственный наш свидетель. Да, хорошо. Точно он? Я его на всю жизнь запомнила. Да что ты? Знаешь, как мы с твоей мамой познакомились? Была зима тогда, и мы учились вместе в одном институте, а у меня была шапка. Шапка, точно. Помнишь эту шапку? Я шел по улице, она побежала и сбилась с меня, эту шапку. Шапка тогда покатилась, а я... Жить я без тебя не могу. Здрасте. А это вы? Здравствуйте. А вам уже сказали, что мы девочку через 2 дня выписываем? А кому отдавать-то? У нее хоть отец есть? Нет у нее отца. Она ему не нужна. Что ж, ребенка в детский дом отвозить? Она такая тихая, спокойная, хорошенькая. Только родилась, еще имя не получила, уже всех родных потеряла. Она со мной будет жить. Ее Антонина зовут. Тоня. Андрей, здорово. Здорово. Я думал, ты отпуск возьмешь. Не могу дома сидеть. Не могу. Получается, что я же выровнять мог, так? Значит, я виноват. Андрей, ну нельзя так. Нельзя себя винить. Не мы выбираем. Не мы. Зотов! Зотов! О, с утра тебя спрашивал.
Привет, Сева. Здорово. Как тут? Так, давай работай. Пойдем. Молодец, что пришел. Ну, как ты? Нормально. Готов работать. Угу. Да. Ну, не так быстро. То, что рвешься в бой, молодец, одобряю. Работа, она, знаешь, лечит. Все лечит. Так, пройдешь психологическую экспертизу. Что? Это какая такая психологическая экспертиза? Ну, Андрюш, ты же знаешь, правила для всех одинаковые. Палыч, я не собираюсь ни с каким психологом разговаривать. Мне это не нужно. Чтобы ты в моей душе ковырялся, спрашивал, что я пережил то. Андрей, мне не надо, чтобы ты вошел в горящее здание и остался там намеренно. Ни с каким психологом я встречаться не буду. Капитан Зотов, я отправляю вас в принудительный отпуск. А никакого отпуска не надо. Я увольняюсь. Капитан! Я не понимаю, Юлия Валентиновна, как вообще такое может быть? Отпуск по уходу за ребенком. Ну, хорошо, хорошо, пусть это будет отпуск по уходу за ребенком. Вот сколько вам нужно времени? Возможно, год. Потом я могла бы отдать ее в ясли и вернуться. Год. Вы понимаете, что год нас никто ждать не будет. А сейчас идеальные условия. Компании нужен новый финансовый директор. Понимаете? Я понимаю. Ну, хорошо. Вещи привез из общежития. С работы уволился. Хочу у вас пожить недолго, если вы не против. Надо как-то в себя прийти. А ведь я просила тебя тогда. Я ж просила тебя, останься. Я помню. Помнишь? Как же ты смеешь здесь появляться? Лучше бы ты погиб. Ты. Это из-за тебя их больше нет. Зинаида Степановна. Убирайся отсюда, чтобы духа твоего здесь не было. Вон со двора.
Тихо. Что там? Нога. Работать сможешь, нет? И издеваться, да? Давай вставай. Эй, мужик! Приветствую. Здорово. Помоги разгрузить машину, а? Будь другом. А чего разгружать? Да, я... О, я вижу, ты из этих спасателей. Но был из этих. Теперь безработный, да? Да, давай, держи. Я подержу. Вот здесь, помоги. Вот так, давай. Опа. Геодезисты закончили. Теперь дело за нами. Оберемся. Ты что, не в робе, я не понял. Ну как, сегодня выходной, я в город поеду. Я не могу сегодня на выходной. Я тебя завтра отпущу. Хорошо. Ну сроки, ну поверь. Сергей, сегодня я никак не могу. Без ножа режешь. Ну вот, а что за дело-то, серьезно? Ну, на кладбище еду. Подавщина сегодня. Понятно, дело святое. Ладно, давай. Так, давай, грузимся все. Грузимся. Так. Держись сама. Держись. Так. Держись. Толь, на горочку. Толь, я тебя ловлю. Осторожно. Так. Опа! Ну все. А то мы в садик опоздаем. Доброе утро, Юлия Валентиновна. Доброе. Ух ты, какие. Какие мы уже взрослые. На, держи. Смотри, что у меня есть. Ух ты! Я получила вашу повестку явиться к 10. Я решил заехать за вами лично. Мы взяли Колодина. Да что, столько времени прошло. Ну да, сколько веревочки не виться, можно провести опознание. Да, хорошо. Юлия Валентиновна, очень хорошо, что вы согласились к нам приехать. Вы проходите к моему кабинету, а я сейчас документы заберу. Хорошо. Одну минуту. Я же тебе сказал, с ним все будет хорошо. Ты просто делай то, что я говорю, и не морочь мне голову. Слушай, в конце концов, я лучший адвокат в городе по таким делам. Все решу. А он точно меня не видит? Ну, если только он не экстрасенс. Единственное, что он видит, это собственное отражение. Абсолютно уверена. Очень хорошо. Присаживайтесь. Скоро суд, и вы должны дать показания. А, одну минуточку. Вот здесь подпишите. У нас только косвенные улики. Если вы по каким-то причинам не сможете присутствовать в суде, Колодина могут отпустить. Не беспокойтесь, я не отступлю. Очень хорошо. Завтра утром мы снова должны с вами встретиться, чтобы уточнить кое-какие детали. Да, конечно. Тогда до завтра. А вы сейчас на работу? Нет, я на кладбище. Катюша погибла 23-го. Сегодня ровно год. Ну, а что этот Колодин? Что он говорит о том дне? Что он ни при чем, его никогда там не было. Поэтому нужно быть очень аккуратным в своих показаниях. Я более чем аккуратным. О, Петя! Кудряшов, слушай, 100 лет тебя не видел. Как ты? С того дня, как ты уволился из органов, Антон. Вам всего хорошего, у меня такси ждет. Ну что, Петь, как прошло опознание? Да, есть свои трудности. Прости, работа. Наконец-то. Ну что, есть информация? Свидетельница. Сейчас? Понял. Слушайте сюда. Брата опознала свидетельница.
сейчас она выходит из здания. Блондинка в светлом костюме. Где? Вон она. К тачке идет. Че, берем? Нет! Здесь ее брать нельзя. Палево, камера кругом. Проведем ее до первой удобной подворотни. Что мне будет тебя так не хватать? Живу нормально. Тонечка уже пошла. Потом ты знаешь? Так смешно ходит. Ну, я разберусь. Да. Все нормально. Ну, я пойду, Кать. Пока. Глазастая, да? Что, я не понимаю. Че ты не понимаешь? Сейчас поймешь. Помогите! Держи руки. Держу, держу. Вон, закрой. Давай, вали ее, щелы. Держи, держи. Давай, вали ее. Вали ее, он сказал. Я слышу. Сюда иди. Сейчас было, а? Во что сейчас? Пытались убить? Извините, я не могу. Я сидеть. Важно. Год назад убили сестру. Как они меня вычислили? Быстро! 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 А, что, здорово он тебе? Спалил, а? Ладно. Давай к центральному. Там боксер ждет. Ну все. Нужно убираться отсюда. Я вас заметила. Там, перед тем, как все это произошло. Вы что, следили за мной? Вы кто? Что? У меня семья здесь похоронена. Извините. Моя сестра тоже здесь. Подождите. Вам... Потому что, может, надо в больницу? Нет, нет, в этом нет необходимости. Вы мне так помогли, спасибо. Мне надо следователю позвонить. Телефон. Сумочка, моя сумочка у них. Дайте ваш телефон, быстрее. У меня его нет. Тоня, мне надо забрать ее из детского сада. Значит так, давайте так. Сейчас мы едем в детский сад. Забираем вашу дочку. Потом решим, что и как делать, хорошо? Да, да. Вы прямо сейчас работаете. Да, едем.
Какой, говоришь, мужик? На мента похож? Да поди его разбери. Ну так с виду вроде нет, одет как бомж, такой заросший. Надрался, сволочь, как матерый. Значит, под прикрытием. Кто под прикрытием? Да мужик этот под прикрытием. Мусора его поставили, чтобы ее охранял. На, вот проверь. Короче так, в следующий раз валим сначала этого мента, потом уже будем девкой заниматься. Усекли? Усекли. О! Будем знакомиться. Данилова Юлия Валентиновна. Главный бухгалтер. Детский сад, улыбка. У вашей девочки прекрасный сон. Но ничего, нянечка ее поднимет. Тонечка, встаем. Мама пришла. Ой, а у вас кровь на шее, да, да, вот здесь. Ушиблась. Ой, как же так? Ну, вот так. Вы не могли бы нянечку поторопить, просто у меня совершенно нет времени. Ну, да-да, сейчас. А я хотела спросить, может быть, вам рану обработать? Все в порядке. Килы, вылази, давай с нами пойдешь. Пока я с мужиком разбираюсь. Ты не дай сбежать, понял меня? У нас расклад какой, боксер? Я с центрального зайду. Ты здание обойди, там еще обычно один вход есть. Ясно? Ясно. Поможешь мне обуть ножки? Ты моя крошка. Ну, давай. Ну, вам уже лучше. А? Да, спасибо. Спасибо вам большое. Мы вас больше не задерживаем. До свидания. Ну, да. Ну, удачи вам. Да, до свидания. Меня Юля зовут. Да. Ну да, Андрей. Скажи дяде пока, пока. Андрей! Пока, 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 пока. Подожди, подожди. Давай поправимся, сейчас мы пойдем домой. Да? Она может помочь нам. За а вы что, сами не можете? Если бы могли, мы бы вас не беспокоили. Это по очень важному делу. Пожалуйста, не очень трудно. Мы родители, я никого не могу. Мы тоже родители, просто наши дети в другом садике. Нам очень надо выпить, чтобы молчали. Хорошо, пущу. Только всей толпой не заходите. Спасибо вам, девушка. Они здесь. Кто? Они вас нашли. А как? Кто? Не может быть. Так быстро? Что ждет? Тут есть выход еще один. Есть? Там. Ну, давайте скорее, скорее, скорее. Со мной. Подождите, подождите, подождите. Так, туда. Ребенка давайте. Давайте ребенка. Осторожно. Так. Так, что, моя маленькая. Давайте, не бойтесь, ну. Скорее, скорее. Руки, не бойтесь. Все. Идите, все, пойдемте скорее. Ну, что у вас там? Разминулись. Успела дочку забрать. Так, поедем, навестим коллег Юлии Валентиновны. Пообщаемся с ними на предмет домашнего адреса. Вон, Новосадская, 12, вбей. Алло, алло, следователь Ракицкий? Нет? А не могли бы тогда меня с ним соединить? Это Юля Данилова. Скажите, чтобы он со мной связался. Это срочно. Да, спасибо.
Спасибо. До свидания. Ну что? Вы меня сказали ждать. Алло, Юлия Валентиновна. Это Светлана Александровна, воспитательница из детского сада. Ну вот, решила вам позвонить. Тут приходили двое мужчин. Искали вас. Сказали, что нашли вашу сумочку. Вы понимаете, они спрашивали ваш адрес. А вы ничего мне не сказали? Ну, там, телефон, нет, ничего? Нет. Спасибо. До свидания. Спасибо, да. Они узнавали мой домашний адрес. Они знают мое имя и фамилию. Иди сюда. Они были в бумажнике, мои визитки. Что теперь делать? Так, нужно найти какое-то безопасное место. Уже потом, оттуда вы сможете звонить вашему Ракитскому. Есть такое на примете? Ну, я не знаю. Можно позвонить подругам. В одной из них есть дача. Может, туда? Нет, 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 нет. Подруги, знакомые, это все отпадает еще. Ну, не знаю, можно снять дом, вот прям перепопавшись в какой-нибудь глуши. Никто не свяжет его со мной. Ну да. Отлично. Через 300 метров поверните налево. Алло. В яслях ее не было. Да забрала девчонку у нас прямо перед носом. Ну ничего, мы в офис ее едем. В смысле? Так у нас... Понял, сделаем. Соединение со спутниками установлено. Короче, в офис нельзя. Засветимся. Он сказал набрать еще по ней информации, чтобы он мог пробить по базам. Бизон, дай сумку. Да нет мне ничего, я все обыскал. Вы вернулись на маршрут. Плохо искал, Бизон. Вон квитанция за телефон. И че? Да ничего, тут адрес ее домашний. Сейчас, сейчас, Тонечка, сейчас я найду тебе твою бутылочку. Сейчас, где же она? Ну вот, теперь у вас есть телефон. Заряжен. Можете звонить. Сейчас. Давайте, давайте, я помогу, давайте. Следователь Ракитский слушает. Евгений Петрович, это Юлия Данилова. Да. Вы обещали обеспечить мне безопасность, я ничего не перепутала? Да, что, они собственно... нашли меня, чуть не убили. Как они узнали, что тайный свидетель – это я? Кто узнал? Кто меня защитит? Добрые люди? У нас, кажется, случайные прохожие быстрее спасут, чем наша доблестная полиция. А где вы сейчас находитесь? Мне некуда было идти. Что? Они меня найдут, подруг. Поэтому я еду в деревню, в дом, который только что сняла по объявлению. О нем никому не известно. Записывайте адрес. Да. Да, диктуйте. Записал. Юлия Валентиновна, завтра утром я буду у вас. Вы уверены? Не беспокойтесь, Юлия Валентиновна. Мы берем вас под охрану, как ценного свидетеля. Я это уже слышала. Ну, что он сказал? Сказал, что приедет, как вы и говорили. Это очень хорошо. Дальше мы сами уж точно. Я вам, наверное, что-то должна взять телефон. Не говорите ерунды. Ну, давайте мне. Где же Юль, давайте я с ребенком помогу. Не надо, не надо, давайте, я сама. Давайте. Сейчас. Вот тетка. Иди сюда. Иди скорее, Тонечка. Скорее, тише, 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 тише. Послушайте, Юля, следователь приедет только завтра. А вообще не боитесь? Едете в чужой дом, в незнакомое место. Там, может, помощь какая-то нужна. Вы одна с малышом на руках. Ну, у вас своя жизнь. Нет, у меня сейчас. В общем, это не важно. Мне так будет спокойнее, Юль. Давайте я вас провожу туда. Хорошо? С вами доеду. Давайте. Thank you.
сюда. Тепленькая. Соскочила коза. Ну вот и добрались. Коттедж, конечно, не люкс, но городским нравится. Тишина, кругом никого, лес, речка, грибы, ягоды. Там за домом причал, лодка есть, рыбачить можно. Да, это вот вам. Угу. У меня к вам просьба. Никому не говорите, что вы сдали этот дом. Максуш, меня спрашивать-то будет. Там на веранде свет не горит. Я завтра пришлю кого-нибудь, пусть исправят. А может, муж вас посмотрит. Я все починю. Варвара Антоновна, давайте. Хорошо. Да. Да. Ну, хорошо, я тогда поеду. Да, там еще есть ящик с инструментами, там пассатижи, все там. Разберетесь. Все. Спасибо вам. Да. Хорошо. Всего доброго. Ага, все, я так поеду. До свидания. Пошли. Все. Ложись спать. Что вы мне указываете? Я сама прекрасна. Извините. Это нервы. Я просто очень испугалась. Это противное чувство. Вы правы, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Андрей, вы будете с нами завтракать? Да, спасибо. Тогда минут через 15 к столу. Вас и не узнать. А, ну да. Что-то запустил себя в последнее время. Ты не подумаешь, что это какой-то новый дядя. Да? Вы вот ешьте омлет. Я, честно говоря, не знаю, как он получился. Я, в общем-то, не умею готовить, не приходилось как-то. Что, некому готовить? Ну, для себя неинтересно. Тони вот вырастет, я обязательно научусь, буду щи-борщи варить. Ну да. Звонил следователь. В общем, они скоро выезжают. Вместе с оперативником, вооруженным до зубов. Так что вы можете ехать в Москву. Да. Можете. Подожди, ну, не сейчас, что вы так торопитесь. Да ешьте. То есть вы следователю позвонили, давайте я дождусь его и передам вас из рук в руки. Ну что, мы чемоданы какие-нибудь? Не надо нас передавать. Ну что, не взрослая, самостоятельная женщина. Ну да.
Ну, что ж. Давай, солнышко. Давайте так, вы с ним поедете. Когда все обустроится, я, может, я вам позвоню? Да. У вас же телефона нет. Да, точно. Андрей, а что вы за человек? Я вот про вас ничего не знаю, кроме имени и того, что вы работаете в МЧС. А что про меня знать? Работал в МЧС. Сейчас разнорабочий. А семья? И семья была. Ну, в общем, Юль, вам это знать не обязательно. Эти вам, мои проблемы вам совсем не нужны, у вас своих хватает. Будешь еще? А вы знаете, ведь Тоня не моя дочь, а сестры. Я ее удочерила после смерти Кати. Ну, это очень хорошо. Это очень правильно. Дети для нас это самое важное. Да, все эти подгузники, бутылочки. Это вам не годовой отчет составить. Этому меня в университете не учили. Ладно. Поеду. Да, вы не волнуйтесь. Вы сделали для нас все, что могли. Не беспокойтесь, у нас все будет в порядке. Ну да. Ну, удачи вам. До свидания. Бог подземного мира, три буквы. Есть варианты? Аид. О, подходит. Че ты там копаешься, боксер? Все уже пересмотрели тысячу раз. Да понять не могу, куда она могла деться. А я понять не могу, чем мы здесь сидим. Ну ясно же, что она свалила. Видать, не дура. Ты чего гоношишь? Сказали тебе молчать и сидеть ждать. Значит, сидишь, молчишь и ждешь. Да, алло. И чё? Никакой информации? Куда она могла деться, а? Чё за газета у тебя? Где взял? Да дома не увалялась. Дай посмотрю. Я знаю, где они. Скажите, а сим-карту я могу к нему сразу купить? Да, конечно. Ваш паспорт. Паспорт. Вот, пожалуйста. Угу, спасибо. Простите, но это не ваш паспорт. То есть как-то это? Давай, закрывай глазки. Ну давай, ну ложись. Я тебе сейчас бутылочку принесу, Тоня. Ложись. Подожди. Мама. Тоня, сейчас. Так,
Никого. В доме не было, значит, баба с ребенком одна была. Там проверь. Чувствую, что она где-то рядом. Не вплавь же она. Тихо, тихо. Все будет в порядке. Бизон, надо торопиться. Слушай, может, она с этим мужиком с кладбища уехала? Куда, не знаю, за барахлом детским как-то. Ладно, поехали. Все, ушли. Давайте так. Тихо. Уйдем по реке на лодке. Хорошо? Пойдемте. Пойдемте. Ну что? Ничего. У реки ее тоже нет. Короче, с ментом она или без, это не важно. У нее один вариант остался, электричка. И что с того? Ничего с того. Может, на станцию еще застанем. Зачем я только в это ввязалась? Я откажусь от этих чертовых показаний, лишь бы только нас оставили в покое. Никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной, если бы не вы, Андрей. Юля, я вас больше в Эстонии не оставлю, пока вы не будете в безопасности. Вы же не откажетесь от показаний, да? Эти люди должны быть наказаны. Нет, не откажусь. Но как они узнали? Ведь никто не мог. Разве только следователь? Ракитский. Он знает, где я работаю, где я живу, абсолютно все. И потом он поймал главаря. Ну, значит, кто-то из его подчиненных. И боюсь, что этот ваш следователь даже не догадывается, кто. Помощник? Помощник следователя. Как его? Этот? Кудряшов. Он со мной так разговаривал во время опознания. Что теперь делать? Не бойтесь, Юля. Есть у меня идея. Давай. Она кого-то испугалась. Похоже, эти уроды нас опередили. Как они узнали, что она здесь? Думаете, они ее... Да не знаю я, Петя. Будем надеяться, что он успел уйти. Мужики, покрутитесь кругом. Объявляю ее в розыск, Петя. Хорошо. Да, и пусть наши проверят телефон Данилы на предмет прослушки. И давай оперативнее. А зачем мы здесь? Здесь работает мой друг, он нам сможет помочь. Ну, идем туда? А,
Нет. Я туда не хожу. Сейчас у него пересменка, он выйдет. Ты хорош болтать, иди технику проверяй. Дима! Андрей! Здорово. Дружище! Дима, здорово. Ты чего, откуда? Дим, прости меня. Год не появлялся, а сейчас сразу с просьбой. Да что такое, неприятности? Это с тобой? Не спрашивай меня ни о чем. Просто дай мне машину, а? На неделю. Я же отдам. Ну, держи. Дима, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо. Все. Это я, Зинаида Степановна. Андрей. А ты зачем сюда приехал? Здесь тебя никто не ждет. За помощью. Здесь ты ее не получишь. Помощь не мне нужна. Ты, смотрю, времени зря не терял. Семью, значит, новую завел. Жизни радуешься. Недолго ж ты горевал по Дашеньке и Светочке. Еще осмелился ее сюда притащить. Зинаида Степановна, этой девушке нужна помощь. Ей негде ночевать. Я ей только помогаю. Я тебе не мать Терезы. И тебе, и твоим бабам помогать не собираюсь. А ну, марш отсюда, пока я милицию не вызвала. Ладно. Юля. А зачем вы так говорите? Андрей порядочный человек, мы совершенно ему чужие люди, а он нам помогает, вы… Тихо. Ну, ладно, ладно. Куда ты в ночь с малым детем пойдешь? Идите в дом. Я ее пустила только из-за ребенка. А вот тебя в своем доме я видеть не желаю. Пошли. Ну, а как же? Юля, пожалуйста, идите в дом. Переночуйте там, я утром приеду. Ну, подождите, вы не можете возвращаться, они видели ваше лицо. Юля, не думайте обо мне. Со мной все будет хорошо. Идите в дом. Идите. Так, это тебе белье. Там… Кроватки для ребенка, там чистая постель. Спасибо вам. Извините, что мы вот как-то так, без предупреждения. Ой, да ладно тебе. А, вот там в ящике детские вещи. Если какая-то одежда подойдет, бери. Ладно. Спокойной ночи. Привет, это Ракицкий. Слушай, мне на этот раз нужна твоя помощь. Надо проследить кое за кем. Ну, куда ходит, с кем встречается, а главное, кому звонит. Кто объект? Мой помощник. Петр Кудряшов. Да.
А я уже давно ничему не удивляюсь. Сделаешь? Тут. Она вся горит. Я не знаю, она у меня никогда не болела. Ну-ка, дай-ка. Дай головку. О, господи, она вся горячая, действительно. А, что же делать? У меня таблеток-то никаких нету. Я сейчас принесу уксус, мы и тельце натрем, и жар снимем. Да, я так дочке жар снимала. И ничего не бойся, мы справимся. И ты ее к себе сильнее прижимай. Материнское тепло, оно лечит. Сильнее, крепче держи. Хорошо, что вы сюда приехали. Где бы ты с таким ребенком всю ночь моталась? Спасибо, что вы нас спустили. Но не волнуйтесь, Андрей приедет, мы сразу же уедем. Я что хотела сказать. Вы оставайтесь здесь. Ну и живите сколько надо, пока девочка не выздоровеет. Зинаида Степановна, Зинаида Степановна, я понимаю, это не мое дело. Я не знаю, что у вас там произошло с Андреем, но зря вы с ним так. Я его просила не уезжать, остаться на ночь. Он все в город рвался. Я сердцем чувствовала, а он не поверил. Потом дорога, авария. На нем не царапины, а вот мои дочки и внучки больше нет на этом свете. Андрей очень страдает. И потом, вы друг другу единственные родные люди. Ты поспала бы часа два, а то ведь всю ночь на ногах. Ракицкий слушает. Жень, привет, это Голиков. Мы все пробили, нет ничего на твоего Кудряшова. Чисто все, Жень. А вы телефон его домашний пробили? А он домашним почти не пользуется. Только когда по межгороду родителям звонит. В основном все по сотовому. Сам Витя Козырев пробивал. Ну ты же знаешь, какой он дотошный, этот гений компьютерный. Так что все чисто. Я понял. А вообще твой Петька парень довольно скучный. Никаких переписок с девушками. Даже страницы в социальных сетях нет. Прикинь, ботаник какой-то вообще. А левого номера у него нет? Не, это единственный. Да ладно тебе, Жень, радуйся, что парень чистый. Точно не он? Жень, ну я тебе говорю, Козырев пробивал, ну ты чё? Ну ладно, бывай. Спасибо. Евгений Петрович. Да, буду держать вас в курсе. Вы чего у тебя? Только что общался с работницей кладбища. Расспрашивал про драку. Ну и чего она говорит? Что видела? Нашла на месте драки на следующий день. Жетон. Такой обычно у МЧСовцев. Ну, судя по всему, нашего прохожего жетончик. И еще воспитательница детского сада видела Данилу с каким-то мужчиной. Но вы личность по номеру установили? Обижаете. Зотов.
Андрей Викторович, капитан. Год назад уволился из МЧС. Проходил свидетельно по автокатастрофе, в которой погибла его жена и дочь. Что примечательно, произошла она в тот же день, что и убийство сестры Даниловой. Тонь, давай ложечку съедим. Ну, давай, давай ложечку съедим. Одну. А смотри, одну... Тонечка, какую я тебе куколку принесла. Смотри, какую я игрушечку нашла. Вот какая куколка. Моя Дашенька любила с ней играть. Вот так. Вот как. Тонечка, давай съедим одну ложечку. Ну, одну ложечку. Ну. Мама! Это Андрей. Я встречу. Ну, как вы тут? Как Тоня? Это ей, и тебе переодеться. Ой, спасибо. У нее температура всю ночь была. Зинаида Степановна помогла. Она нам предложила остаться на пару дней, пока Тоня не поправится. Ну, это хорошо. Это очень хорошо. Я бегу. Я сейчас уеду. Вот, для Тони там игрушки, питание привез. Зайди, раз приехал. Сейчас я приду. Кто боксер? Даже отвечать не стал. Глянь. Чё-то я не понял, это что такое было? Ты догадайся с трех раз. Что, наш двойной агент боится засветиться? Короче, к бабе никого не представляли. Мужик этот не мент, а так случайно на кладбище оказался. Что с того? А то, что мы знаем, где он работает теперь. Кажется, я понял. Найдем нашего героя, там и до бабы будет рукой подать. Верно мыслишь, Хилый. Ну, что теперь делать? Не могу же здесь спрятаться до суда. Знаю. Юля, ты... Простите, вы... Да нет уж, давай на ты. В общем, нужно позвонить Ракитскому. Ясно, что у них там крот. Да и самого Ракитского я бы как-нибудь проверил. Как? Нужно назначить ему встречу. В каком-нибудь людном месте так будет безопаснее. Посмотреть, если за ним будет хвост. Ну, давайте ему прямо сейчас позвоним. Так, стоп. Юля, сейчас звонить не надо отсюда. Вычисли телефон. Здесь Тоня, так рисковать нельзя. В общем, так, позвоню, когда поеду. Позвоню ему из машины. А навстречу пойду один. Ну, подождите, мое дело, я еду с тобой. Юля, давайте так, я знаю, что я делаю. И поеду я навстречу один. Я еду с вами, точка. Все, едем. Они скоро приедут. Едем. Да. Горыч едет. Купит тебе всякую вкусную конфетку. Все приедут. И вернутся. Да. Поехали. Что, пора?
Алло, следователь Ракитский? Меня зовут Андрей Зотов. За тобой. Стой. Что надо? Сюда посторонний. Следственный комитет. Разрешите, пожалуйста, воспользоваться вашей аппаратурой. Спасибо. Что происходит? Да все нормально, расслабьтесь. Я посижу у вас немножко. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Ну что там у тебя, Петя? Да ищу я, ищу. Нет ее нигде. Вон, видишь, следак сидит. По ходу дела они реально встречу здесь назначили. Короче, так. План такой. Я здесь остаюсь. Здесь обзор хороший. Бизон, на тебе стоянка, а ты причеши второй этаж, хилый. Только давай мозгами думай. Петь, что на камерах? Они должны были уже прийти. Да с этим невозможно справиться в одиночку. Бизон, я ее вижу. Вроде одна у лестницы стоит. Да не надо торопиться, я с ней сам разберусь. Лучше караулит его хмыря. Наверняка где-то здесь оттирается. Возле строящегося павильона. Спасибо. Хилый, бери труп. Ах!
пожалуйста, не надо. У меня дочь. А мне плевать на твою дочку. До суда нас хотела довести, да? Идем. Нужно выбираться отсюда. Они не дадут. А мы выберемся. Да. Вот здесь, на парковке. Ну, не знаю, люди какие-то ходят. Рабочий выходил. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Садись. Да. И чё? Я ж тебе сказал, через меня никто не проходил. Да нормально я смотрел. Понял. Да. Да не отвечал, потому что по спине получил. Я эту козу уже в подсобку загнал. Она уже у меня в руках была. Вдруг этот хмырь появился. Да ушла она, ушла! Я не буду давать показания. Они меня убьют. Юля. Тоня, останься сиротой. Ты вообще видел глаза этого человека? Так, все, стоп, стоп, стоп. Все. Успокойся. Потом все обсудим. А куда, черт подери, они делись? Похоже, этот Зотов второй раз спасает нашу единственную свидетельницу. Вот куда ты смотрел? Да там столько этих экранов, с этим невозможно справиться одному. Как они узнали о встрече? Что теперь будем делать? Я не знаю, Петь. Боюсь, Данилова может отказаться от дачи показаний. Да. Доверия к нам сегодняшняя история точно не прибавит. Теперь сам себе не доверяю. Пошли. Я помогу. Не могу больше. Эти люди, они отняли жизнь моей сестры, они отравляют мою жизнь. Ты рискуешь из-за меня. Обо мне думать не надо. Андрей, дай мне сказать. Не можем мы здесь оставаться. Эта женщина, Зинаида Степановна, она и так... Сейчас это самое безопасное место. Никто не знает, что мы здесь. Вам нельзя отсюда уезжать. Себя не щадите, пощадите хоть ребенка. Я буду вам помогать. Мне все равно, кто на вас охотится. Погоди, Петя. Евгений Петрович. Ну чего тебе? Я вот хотел...
О, Петя, куда решил? Слушай, как? 100 лет тебя не видел. Как ты поживаешь? 2 дня, как ты уволился из органов. Там вам всего хорошего, такси ждут. Следователь Ракитский? Да. А вы Андрей Зотов? Да. Нам нужно поговорить о Юле. Послушайте, Андрей, я только сейчас узнал, что нас прослушивали. Она готова. Она готова дать показания. Это очень хорошо. Давайте пройдемся. Приветствую. Спасибо, что наконец нашли время для меня, а то уже неделю у вас здесь пороги оббиваю. Мне, собственно, нужно уточнить кое-что по процедуре. Да, сейчас. Так, да, вот интересующий вас материал. Много времени ушло на их подготовку. Вот только сейчас получилось. Ага. За день до суда. Отлично работаете. Знаете, у меня еще 3 дела в производстве. Мало времени. Да-да-да, конечно. Ох уж это время. Извините. Да, пожалуйста. Да. Да-да, начальство дало добро. Так что завтра забирай и к 9 в следственный комитет. Угу. Нет, до суда я ее сам довезу. Без всякого сопровождения, на стареньких «Жигулях». Ну, чтобы не привлекать внимания. Ага. А, не забудь, она и изменит внешность, так что с утра не упусти ее. Ну все, давай, мне некогда. Угу. Ну, я, собственно, все закончил. Вопросов по процедуре у меня больше нет. Всех благ. Так быстро? Ну так, я же профи. Ага. Профи. Алло, боксер. Слушай, я только что от следователя. В общем, я знаю, как вам ее накрыть. Все, давай, я тебе из машины перезвоню. Петя! Здорово, здорово. Вот ночь настает, день прошел. Мы наедине, нам вдвоем хорошо. Спит город наш, улицы спят и дома. Андрей, вы завтра с Юлей собираетесь ехать в суд? Да, Зинаида Степановна. Завтра сложный день. Она просила меня посидеть с Тонечкой. Ну, вы уж простите нас, что мы тут так задержались. Скоро все это кончится. А мне не тяжело, даже в радость. Да. Ну, они же мне как родные стали, и Тонечка, и Юля. Так что спасибо тебе. Спасибо. А что это боксер нас сюда поставил? Сам из суда тусуется. Замараться не хочет. Он же нас подставить решил. Не кипишу, хилый. Боксер там для подстраховки. Пока мы здесь караулим, следак может все переиграть, ее прямо в суд повезут. Опа. Ну, глянь. Это он? Пойму, оружие не видно. Бабу точно не узнаю. Вальнуть бы их прямо здесь. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, следователю Ракитскому, что пришли Юлия Данилова и Андрей Зотов. Готово.
предупредил. Вот ваши пропуска. А, очень хорошо, спасибо. Пошли. Да, подтверждаю. Данила вот здесь. Ну, в парике, в очках. Все вырисовывается. Я надеюсь. Короче так, Котя. Адвокат сказал, что тебе можно доверять. Подведешь меня, я тебя достану. Не достанешь ты, достанет адвокат. На понт не бери. Мне терять нечего. Подойду и с метра пулю в лоб. Вот и отлично. Короче, слушай сюда. Подойдешь к суду, станешь там незаметно. Если мы лоханулись, ее привезут все-таки же сюда. Вали ее. Да понял я. Сделаю все в лучшем виде. На, вот переоденься там. Подожди, надо проверить. Я ж тебе говорил, боксер крыса! Морды по блокам! Глаза вниз, блоки расставил! Падлы! Котя! Я скоро буду. Как увидишь ее, вали сразу. Слушай, стреляй так, чтобы ни одного живого места на ней не осталось. Котя, она не должна дойти до суда. Ты меня понял? Все, отбой. Дождемся информацию от Ракиского. Тихо, мешай. Ну и где третий? Отвали. Может, ты мне расскажешь? Да пошел ты. Ясно. Водите. Одному машину. О, пошел, пошел. Кудряшов, двоих взяли. Третий где-то у вас. Двоих взяли, третьего не видно. Но это очень плохо. Он может рядом быть. Сомневаюсь. Думаю, он в курсе, что с его подельником случилось. Наверняка хвост поджал. Вы готовы? Идемте.
Данилова, проходите. Слушания закрытые, нам туда нельзя. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой. Иди. Свидетель Данилова, суд предупреждает вас об уголовной ответственности по статьям 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации за неосновательный отказ от дачи показаний и задачу заведомо ложных показаний. Распишитесь у секретаря о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности. Право первого вопроса предоставляется государственному обвинителю. Да, Ваша честь. Свидетель, расскажите суду об инциденте, который произошел 23 мая 2014 года приблизительно в 15 часов 40 минут на пересечении улиц Ветеранов и Подольской. Мы с Катей шли по улице. Она устала. Свидетель, поясните, кто такая Катя? Екатерина Данилова, моя сестра, которая... Продолжайте. Ехал инкассаторский микроавтобус. Навстречу ему выехала другая машина и переградила движение. Из нее вышли люди и обстреляли инкассаторскую. Как я потом узнала, все инкассаторы погибли. Вы видели лица нападавших? Да, я видела одного из них. И вы можете его опознать? Это он. Я его узнала. Вы уверены? Я уверена. Тебя твоя пуля найдет. По-любому найдет. Пойдешь следом за сеструхой. Суд удаляется для вынесения приговора. Ну что, все закончилось. Юлия Валентиновна, вы очень смелый человек. И спасибо вам огромное. Его посадят? Да, приговор объявят через несколько дней. Я думаю, что этот человек сядет на долгий срок. Андрей, и вам огромное спасибо. Вы очень нам помогли. Благодарю. Спасибо. Что теперь? Что теперь? Возвращайтесь к нормальной жизни. Забудьте все, как страшный сон. Всего вам хорошего. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам за все, Зинаида Степановна. Да ладно. Ты с Тонечкой заезжай к нам иногда. Не забывай. И вы к нам приезжайте, мы будем очень рады. Ну? Папа! Ой! Ой, откуда она знает? Я научила. Ой. Надо же, баба. Ну что, едем? Ой, ты моя хорошая. До свидания. Чего? Ой, тихо, чего, шумочки. Замечательная девочка. Ну и чего ты теперь? Не знаю. Попробую восстановить свой МЧС. Поживу пока у Зинаиды Степановны. Правильно. Андрей, хотел тебе сказать спасибо за все.
Юля, я обещал вам с Тони, что не оставлю вас в покое, пока вы не будете в безопасности. Ну, мы в безопасности теперь. Члены банды уже дают показания на боксера. Боксер? Ну что, выжил? Да, он сейчас в реанимации. Но врачи говорят, что шансов у него нет. А вот остальные за все ответят. И адвокат с ними вместе. Я, собственно, вот по какой причине зашел. Капитан, ты жетон обронил? На вот. Держи. И не теряй больше. Ну, выздоравливай. Всего хорошего. Представляешь, ты снова меня спас. Я уже скоро буду бояться выходить на улицу без тебя.